Напомним, в понедельник наша команда «Звезда» принимала воронежский «Факел». Видно, факела на поле болельщикам не хватило, и кто-то на трибунах хозяев возжег фаер, дабы ярче выразить свои фанатские чувства. Полицейские, присутствуя на матче внушительным числом, бросились недозволенность пресекать. Но изъять поджигателя оказалось затруднительно, за своего вступились коллеги-болельщики. Однако, вспоминая Высоцкого, который писал, что даже Хоттабыч, супротив милиции, ничего не смог, зафиксируем, дебоширы были культурно задержаны и доставлены в первый отдел полиции, составлены протоколы. А любителю посмотреть футбол с огоньком надо будет оплатить штраф. Но поскольку факельщик оказался несовершеннолетним, раскошелиться придется его родителям. Размер штрафа по действующим нормам составляет от 3 до 10 тысяч. Полиция напоминает, что санкции за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований предусматривают не только административный штраф, но и обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения соревнований.